Ну я думала, там таксисты у нас обычно шумят. Я уже повернулась, когда вот здесь толпа людей собралась, а вот тогда я только повернулась и увидела. А кто-то кинулся на помощь, может быть, спасать, может быть, а кто виноват, женщина или водитель? Женщина. Что-то случилось? Что-то случилось? Да? А? А потом поедут на ту и дорогу. И вот задним ходом они когда поехали, женщина переходила и ударилась, она упала. А он не заметил. Ну, отсюда было, то есть родители, ну, ребята стояли, они кричали, ну, у них же закрыто все, это не слышно. Машины когда не слышно. Ну, во-первых, это площадка отстоя автотранспорта. Также Мосгортранс, также маршрутный такси. Во-первых, его нужно огородить, чтобы здесь люди не выходили, не ходили. Правильно? Я так понимаю. Ну вот вы, гражданка, вы как пойдете? По проезжей части, вот смотрите, машины паркуются. Или пойдете по тротуару? Ну конечно, здесь не должны люди были находиться. Конечно, конечно. Как водитель мог не заметить, что он наехал на препятствие? Во-первых, машины стояли вдоль вот этой вот площадки. И когда он задним ходом подал, она вошла за пределы видимости. И, соответственно, он наехал.